С воронками. Ты там давай от пива отходи. Да не, я вон флешек попиваю. Продаст, ты что, ёбнулся? Хорош. Это все МК. Так все, 4, это 5 виноват. Там а он же там играет. Он же в 2-5 вроде, не? 2-5. Аркана 2-5 играет. Победа. Даже на X2 сейчас играют так челики. Потому что оно сломано. Нихуя себе доп... 500к, блять, вообще. Ну что, если бысочку можно Ну это так же само, как ретрик до 3 нервов нахуй. Заломаныч, чё по ДПСу? Тебе повезло, мне просто два лема не критовало вообще нихуя. Там же где и ретрики. Юра, сколько тебе еще сколько? Последний. Ну какая-то крутая. ГЦ, Юль. Все, собрал? Да, вот. Последний. Вот это мне надо. Ну, ГЦ, Юля, хули. Теперь будет у нас танк Шэма. Пойдет, ну. А у нас все танки Шэма. Ну, так это же обязательное условие. При танковании нет.
Да, при наборе в гильдию, если ты танк без шлема, нахуй. Ну, значит, ты не нужен в этой гильдии. Да? Это ж всем танкам, всем танкам по шлему, нахуй. Есть кто-то, кто хочет поменяться или нет? Ты имеешь в виду... А я сейчас зайду. Или хочешь в рейд? Я в рейд хочу. А, в рейд хочешь? Ну, я могу. Всё, теперь я... Переброшу. Лингрен уже сказал, что ты лутать будешь сегодня. Да ко мне уже не танчишь и тебе колбу. Подожди, так этот самый... А протекс теперь лутает? Да. Свершился, настал тот день, блядь. Че, никого нету, получается? Ну... Вадипона можешь заменить. Тебе повезло, что меня с очереди убрали. О, диспал. Да диспалим, не сомневаемся. Пала, дайте стан. Я уже сдавал, блядь. У него КД есть. Ты не один. Я принял на себя весь урон. КД. У нас всего три. Как ты еще жив остался? Я? Я сдох, я уже бегу. А, кстати, Артём, с тебя 15 тысяч голды. За одну ПС-ку? Да. Я не туда закинул случайно. А, подожди. А чё ты мне ПС-ку не дал? Потому что я вообще вам не тому давал ПС-ку на вообще. А кому ты случайно промазал? Да, я там никому дал. Шан, мне... Я? Мне 200 душ осталось. Да хули толку, бля, я-то осколки начну лутать еще очень скоро, бля. Да. Еще ты можешь 10. Там... Да, зачем собирать лему, шем, недамажащий класс? Шем, ну да, вот именно лему, шем, нахуя. Лему дешем, действительно, нахуя. Шем и лему. Да шем... Нужно, нужно. Шем нахуй надо, а вот ВХ необходимо. Надо. А как она без шема? Никак. Гоша, спасибо за лишний трэш. Да мы-то его забьем, что ли делать. Я же поблагодарил, спасибо, душа. Да, да, чё. Душа, это хорошо. Я еще на синдре зафармить там дохуя душ и все. Да я думаю, до синдры уже это. Думаю, короче, я понял, почему я маг не дамажил. Чем? Ну, в очередной на раз хасту... ты понял. Нет, две трения на хасту это очень плохо. Там амул, там боешка есть. Надо. Че, син такой чилить? Да, чиль пока. Во всех зависло. Нормально. Жизнь удалась, да? Не там... снимайте шкурку, каукажи. Да, я ленточку им разролю, блядь. Начнут мыть. Ворую эти души. Уже. Че, сколько воли выпало? Три нахуй. Все. Каждому по воле, блядь. Угу. Восемь. Расминог. А в десятке падает ленточка? Да. Да. Она везде падает. Она везде падает. Да, да. Везде. Я думал, она только с 25-ок падает. Ну так ведь еще... собаки обновляются. Еще тебе 1% урон дает. Ок. Не бегите сразу, я сниму ловушку. Кожевники, погодите. Не пить сразу ловушку. Ну две ловушки, ну, сняли, молодцы. Ловушки, мне без разницы. Попудово заломалыч. Нет, да. Это хукмастер. Это не я. Снял я, сразу говорю. А, вот. Пока вы, блядь, задефьюзите, блядь, пойдет уже год.
Шкаф сейчас поставьте. А там да хотя бы, когда на роли поиграешь, поймешь. Все равно с ловушек не дают души, так что типа. Но. Ну, мне кажется, просто быстрее залить будет, и все. Ну, именно с этих ловушек. А тех, что внизу, которые на экзолосов, этих здоровых. Что, у нас фурика нету? Походу. Так, нам же 5 минут на этот самый хватит, на убийство босса? Да. Че, про че, да? Просто не хочу перепивать масло с бан. Надо перепить. Кстати, Гошан, у тебя... Гошан, у тебя есть ЛКшная баночка из ПДшной или только БК? Есть, конечно. Кашная. Тыкните на суман. Дай по-братски. Давай я сейчас одну скину в трейд. Я могу тебе БК фласку тратить. А чё фласку-то попросить можно? Хуя на эту хуйню тратить был БК фласку. Блять, на келя, на вайшу можно. Да пофиг, нет. Не, ну если бесплатно, то, конечно, можно. Ну, я потом сейчас стрихну все до последнего. Чело 200 тысяч, блин. Хорошо. Долги нахуй, он такой, блядь. Бесплатно. Давай. А кидай обмен еще раз. Да, уже полбосс. Деру. Мы близко стоим все, прям, пиздец. Вынесите звезду кто-нибудь. Для... Ну, в мели две споры, одну вынесите. Ебать. Кстати, хоть он мили кидает бич такой. Вардд. Кружок летит. В РДД. Не бати. Эй, ближе к танку подойдите, блядь, чтобы на него тоже вешалась спора. Тосил спорой, но... Так я так с финимос стою. В мели опять две, одну вынесете? В центр босса встань. Ближе, встань. Я встал, ёпта, стою. Да может не достал. Сейчас повешал, сейчас на Юле только не знаю. Левая нога босса. Присе, красава. Долго бьёте. Гим даём на хпм. Правая нога босса. По центру босс. Ладно, я убегу. Левая нога. Правая нога. Ну нет, ну какой губительный газ, он же сейчас догонит нахуй. Все. Забиваем. Сука! Даже обогнал. Ну блядь, ну это вообще 100 урона. Бля. Не считай. Вообще-то 500.
Что да. Это такое? Что за пушка? Первый раз вижу. Черный убойник. Стевая, которая? Мне давно падалась уже. Ебать. Это осколок, что ли? О, Апродекс. Это ладно. Как говорится, Апродекс починил нахуй. Нифига, блин. Я тоже хочу такую пушку. Какую? Это кистевая. У меня уже левая рука есть. У меня на пале такая есть. Черный убойник, кош могу отдать. Да, да, черный убойник. Как оно выглядит? Там такое, нахуй. Прикол. Уебище. Ай, да, бесполезная гадость. Да хуй. Кому ты вообще эту основу отдавал? Кому я отдавал? Пробуй там этот осколок. Я за боссом, как обычно. А продакт, в следующий раз, когда лут передают на вот какое-то окно, нажимай нет. Понял, просто. Я забрал. Я за боссом будет? Класски перепейте. Ну, я за боссом. Я перед боссом. Выберите. Бичи. Сова тебе ко входу. Да без разницы, главное, не стойте рядом друг с другом. Че, на боссе кто, Юля? Или Кость? Я в ДД. Лингрен? Да. Я буду танчить трэш. Катрисия, Врей, блядь, Хинкалинка, сядьте пожрите, а? Леваша на боссе. А на кого хвост на этом деле не стоите? Синдера. Хуёво. Пошутил. Ну, то на то не... Да, наверное, тоже Синдера. Я, блядь, Катрисия, вообще похитил не могу. Он сзади. Нахуй. Да это прикол. Это прикол, нахуй. Он не зашел. Пиздец. Май, блядь. Пел. Нихуя не успел. Стой. Так ты ж тоже в хиле, дядя стол. Блядь, ждать надо. Пиздец, нахуй, ебать он заливает, нахуй. Не вставай пока, не вставай. Жду, жду. Сейчас вставай. Да это шутка, нахуй.
что это не так. Стою. По стакам на слизне. Да, хочу поставить. 4. Сейчас будет 5. Готовимся бежать. Побежали. Дали. В РДД только не выбегаем. Да. Просто поменяли позицию и вернулись. Так удалось, чё. Кинканька, дай гимн на хп, дай скорее. Где-то пиздец. Поздновато, да, очень поздновато. Троих доставил, да. Уже опять. Там на ринжу надо выйти. На ринжу, ладно, я выйду на ринжу. Еще на рейнджу, а продакс умер. Еще один на рейнджу. Кто-нибудь с хилта выйти на рейнджу. Сейчас опять будете бежать, блядь. Готовимся, сейчас будем бежать. Побежали. Скажи только тогда. Побежали. Прибежал, сразу давай. Давай прям сейчас. Даю. Леха, под боком болит. Ебать. Бля, заберите с меня слизня маленького, мужики. Нельзя. Нельзя? Он не таунтит. Я понял. Добивайте эту дуру уже. Леха большой. Да, блять. Будь здоров. Дед, я еще заболевал, блять. Ладно. На бидоне большой забери. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Крест, ему захильте, пожалуйста, за мной. Ой, сейчас будет взрыв опять, нахуй. Маленький здесь испарили. Готовимся. Большой. Давайте, блядь. Побежали. Бидон левее возьми, левее бидон. Я все зубы дал. Ой, блядь. Цирк, ебать, нахуй. О, это надо. А нет, надо. Ну да, не, на плюсу. Жезл неплохой. Это надо. Сюда, дедушки Даггер. Ой, блядь, точно душина. Забрать себе что ли его? Забудь. Давай, мурлок поса, наверное. Сколок. Ну все. Осталось 40 душ. А если точнее 30. РТД на РТД. Многоуважаемый Вячеслав, нахуй. Меня вот слышно? Сейчас да. Нахуя было давать мне мут, во-первых? Что я, блядь, плохого уже сказать успел? Я, блядь, во время пула, ну, нахуй, говорил, что можешь, меня отвлекают, да, нахуй. Потом, после так, пула, да, после убийства так, босса, блядь, я сказал войсу, что, блядь, мне надо отойти срочно, нахуй. И продублировал в рейд-чат, нахуй. Слава, по полтосу? Как только я, блядь, пришел, вы пульнули босса, нахуй. Мне еще и ГП влепили. Заебись, нахуй. Я, за, блядь, так счастлив, нахуй. Слава, ты вообще алё, не?
Он, по-моему, тебя замутил вообще. Да, блядь, пошел он нахуй, короче, я ебал в рот. Это, блядь, кринж какой-то. Ну все получается. Он. Оно ни Рэй чат не читает, ни Ги чат, ни ЛС, вообще ничего. Просто ноль связи. Ты пиши либо мне, связи, либо блядь. Ваньке, блядь. Да нахуй мне кому-то писать, я написал в Рэй чат, блядь, еще и в Вой сказал нахуй. Ну это, блядь, ну это приколы какие-то. Че таунтить? Забрал. Будет первый Одикон. Второй Холидринг, третий Хукмастер. Хукмастер услышал? Плюс они. Вадикон, ты первый таунтишь? Да, да, я услышал. Слава, поставь рыбу. Костя, ты меня хоть слышишь, не? Слышь. Скажешь этому человеку, чтобы снял ГП, и я пошел отдыхать. Слава. Урги, плюсуй. Поставьте метку, куда сбегаться на слизнях. Жень, дизази. Слава, сними Катриси и ГП, он писал и дублировал рейд-чат. Слышу, ара. А чё, у нас эрдрушника нет? Фулл баф по вару дайте. Мурлокоса можно в эрдру. Мурлокос, спекнись в эрдру. Вилаша в льде, она может лужу налить, и у вас это, блядь, да, будет да. Энергия. Рага у Абоми. У Абоми, или как его там называют? Абема. Абеме. 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 Был бы ты человек. Он и не человек. Был бы он человек. Это хуйня какая-то, а не человек. Лапку дайте. Каску дайте. Я ж кинул вроде. А, лапка есть. Есть, простите. Есть лапка. Каски нет. А кто каски бафает? Я ожидал каски. Ну, но мне нема. Вот меня только засумонил. Да, он позже засумонился, Лёха просто. Воин. А, нет, воин, подожди, я вроде. Серебра что-то падало? Принтроль нихуя, падал? Ну так, не. Ну, там а такие... А есть инфа, кто стухлого штаны забрал? Пиздец. Спасибо. Ну, Ром. Да он каску давал. Вот только какой, не помню уже. Там падало этот, ботинки кожаные РПБшные падали. Ладно, да. И крит РПБ с леди падали. А лужа работает лучше, чем эрдрушники, если что. Да, ну, лужа да. Нормально работает, он в ней весь бой может стоять и драку набирать. Типа. А буска ебанутая на самом деле. Да. Ну все, это кучнее. Mm.
Так как Тора связи не умирает. Смотрим за дебафами сейчас. Зеленые в меточку ушли. Мордаун побежал. Блять, охуенно. Ебать, был на дайте. Массакру дайте, массакру быстрее. Сейчас там хуярит. Видите, тут урон. Легим сдал. Нам надо еще один. Вадикон, БР. Я в зеленой стою. Я понял. Пельмени. Пельмени отошли. Сейчас еще одни будут пельмени. Кого? Двое мертвых. Этого. Давай. Асцена. Бабку, каску пристабав, дайте понимать. Заебись пельмени ловить. Красный выходит. Берегитесь. Пельмени полетели аккуратно. Беги, потом беги. Пельмени. А, нет, да, лужа. Лужа полетела. Берегитесь. Вот есть пельмени. Вернитесь в крест. Зеленого. Хватит, это есть. У нас тотем от резиста природы стоит вообще? Нет. Поставьте срочно 4, блядь, поэтому шаман так хуярит, блядь. Ну, у нас 3 аршама в рейде, блядь. Я не сказал аршама, я сказал шамана 4. Но... Пельмени летят и лужи. Аккуратно. Бать там. 3 манта полетела. Так, рыжий выходит. Отлично, рисунок. Вот, беги. Пельмени? Блять. Как он слезнял пельмени? Ну да, надо платить. Не, я тогда шоу, я не подходил. Уже. На 40 переводится? На 35. Тебе скажут, если что. Так, стопаем по боссу. Пельмени полезли. Играем зеленым. Крестику, крестику, крестику. Не повезло. Медику заехала. Залагала. У всех, да, залагала сейчас? Лужи полетели. Уже хильте, деф. Переводим. Я гим дам. Пельмени в зеленый ушли. Вон забеги. Массакру. Меня так прохилите, если я побегу. Кто знает. Нет, надо ставить на тебя. Рекаст отойти. Нормально добили. Вадикон готов. Первый стак отдаю. Следующий начинаю забирать. Геру дал. Лужу отошли. Берегитесь. Семеня. Три. Кто следующий забирает? Никто? Блять. Ах.
Фалюдринг забирает. Чё молчите? Это тайминг. Пельменя. 5 секунд колба. Рано забрать. Забирай. Все, 3. Этот, хукмастер готов. Не надо ничего. А там, да, допью. Да их давайте в Божинск. Забирай, Лёха. Никаленько дай гимн. Вот опрот, Трёга. Сейчас чуть метку не уронили. Ну ладно, всё, уже поздновато было. Этот пояс уже четвертый КД падает? Если не больше. Уже и КД 15. А что, ты нежелание хотел или что? Можно я быстренько Долоран тэпну? Точно не колбу. Лёха колбу хоть. А Продакс, поставишь его в портал Долоран? Да я как бы не Лёха, ее наоборот надо не хотеть. Да я говорю, вообще забудь по ней, и она упадет. То, что сильно хочу, надо сказать, мне похуй. Да-да. Мне... Я нахуя такая выпал. И Войт такой забирает, и все говорит, ну ты же сказал, тебе похуй. А первое слово дороже второго. Квест на кровь. Может быть, мы не будем кровь делать теперь? А чего бы нет? Там еще больше сделаем. Там мы сделаем, какая разница. Просто идем, бьем трэш, бьем боссов. Сейчас сюда даже трэш, наверное, выведем. Ну, хз на других. Мне на магии есть. Бесполезно, 2-5. Давай, идем. Ну, нахуй, это греха, это ёбнем валик сразу. Потому что жопой чую. А в смысле сила нечестивости, сила крови, сила... Да, это что, нахуй? Это тебе нужно убить профа, валю... Эй, Лану, Профа и Синдрагоса полтать с них всякие там хуёвины. Это на посох? Да. Так, блядь... есть, поговори с Ронином, он тебе потом перенесет свою версию. Вот. 3 моба убить. А, так нет, сейчас вот... Это типа, будет вот... мини-целка, вторую бьем. А, он. А тут, кстати, в гире работает прикол с машинкой? Забрал. Пэш, машинка. Вроде нет. А может, да. Ебать, Валька расстреляется. Вау. Amazing, да? Вау. А ты все души, кстати, дособирал? Да, души дособирал. Стоит не забегать туда. Давай, Вилани, мастер-класс. Окай киллгора, да, и пошел. Окай, тяни сюда. Давай только за угол зайдем, чтобы они это не кастовали. Mm-hmm. Mm-hmm. Я согласен. Можно просто его быстро зачистить, и оно все успеется. Нет, это не хуета, типа, но это долго. Будем этих кто-то заниматься. На принцах вайп и КВ в жопу. Как мы против Гири не делаем. Маквест делаем. Слабый, что ли? Не ссыть. Да вообще не сложно что-то делать. Дерновано отвел туда, тебе закинул и не опущаю. Ой, ты души собираешь или нет? Я тогда души пособираю. Так, уметь. Так, могут сколько хочешь шема собирать. Они так сделали? Да. Да, шема, да, на шема, сколько шема угодно. Шема, там палки эти. Они всем отдаются. Ну, вообще, вроде всегда была такая хуйня, что только один человек. Ну, похуй. Нет, теперь тут так.
Бля, меня оглушили, я не могу достать еще одну. Ну и что? Если ты знаешь, которые летают над магом, прикольно. Дух говна? Дух, кстати, тут надо срезать. Да все нахуй надо срезать, все анимации, вон твой веер надо срезать. Не, а, не. Я вспомнил, что они похожи были. Они похожи на этого из Старкрафта-то. Веер. Веер я первым делом срезал. Пособирал души, кстати. Это просто кто-то связывал там душу. Душ собиратель. А, лёг. Не, моб хуйнул просто. И лёг. Сейчас я больше покину тело. Что, самонять у меня? Да вроде даже вперед не встали, побежали. У нас комбат пока что. Встали, побежали. Не, ну как там... Погоди, вот бичи сидят, высоко ряснул. Ну как трэш добьем, так и... Не, да, да, не трэш. Все, тебя десаю. Ну ты, ну прибежишь, типа, к этому времени? Я просто, как сказать тебе... Вейкап. Наглый мод. Ты что-то спулил не. Там? Не, я не про это. Я просто тут в мини-целках. Блять, твою мини сам будешь делать после рейда. Там вроде там три типа мини-босса. Ну, я уже кровь убил, вот на нечисть иду. Это не быстро. Хотя смотри на ком. Смотри сам. Ну я уже вот два босса убил, на третьего убил. На маге довольно сложная хуйня. Шаманы хилят. Похую. Он? Не знаю, я вот два босса же вот убил. Вот. Че, Никитос, пофармил душу? Да и меня зафармили. Душа съезжает. Уже шкаф, ставьте. Там за меня сразу 150 душ дают. За тебя? За тебя бы хоть одну бы дали, блядь, и то спасибо. Все, Диман, вылазь оттуда, блин. Сейчас. Обоссали, понятно? Не же придет, да, сюда суман? Пришел. Ты сюда, это куда, в деревню? В Харьков, блядь. Харьков, да. За сумоньте, пожалуйста. Подожди, я квест возьму, бля. А, сумон меня ловит. Че ты хуйню занимаешься? Ты можешь это вне рейда сделать? Сейчас Тэш пойдет. Сейчас Тэш пойдет, чё. Похуй. Давайте, блядь. Такое ощущение, как будто ты сейчас бы осколки... Осколки, да, должен собирать. Да, похуй. Как же ее махулище делать? Жестко. Коляскач, блин. Коляскач. Сейчас смотри, Заханыч. Скоро буду больше тебя думаешь. Уже близко. А там 24к даешь уже, побеждаешь? Мы сейчас не дамаг. Я ж не претендую. У них сейчас средний урон. Ну, вместо тебя встану на очередь. Да остановись, пожалуйста. Если потипа. Да я тут уже. Да хули я на 5 сейчас сферы подбивать буду. Вопрос. Эй, год, 5 пожари. Периодический урон от огненного шога шаманов. Это а Продекс тоже поднимает? Сам. Да. Периодический урон никакой не поднимает. Ну, первый тик именно поднимает. Лапку и дух обновите. Именно первый тик поднимает. Дайте джинсы. По всем дал дух. Может, в кого-то СС дать? Вы там говорите. Спасибо. Кто-то киснет. Только если в танку дать СС, который крисит. Туда его. Вообще попахивает ГП. Да. На пол в Лингрена. Полюдрин танчит? В Лингрена, блядь. Геру даете? Когда? Не сейчас. Ого, что же делать? Ебаться подальше. Бич на магию, кое-как выжил, блин. Да.
Войт, нарушаешь строй. Танк первый дает. Геру. Геру. Блять, вы что, прикалываетесь? Кинетик. Лёха, отведи. Нихуя тут осали-то. Я тут эти воронки ебаные. Еще отведи. О, оса летает. Получается, она летающая. Ну вау. Она летает. Круто. Видите, никто не верил. Она летает. Аккуратно, там прожил. Вихрь 2 секунды. Нет. Милики побежали обратно. Лёха, массакру. На нахуй. А может похилить? Далеко кинетика падает. Здесь далеко. Я бегу к тебе. Понял. Помогаю. Я бы со 130 хп я стою. Точно, беги, 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 беги. С оглой, оглой. Вихры разбежались, бля. Печада. Кинетика сейчас упадет, по-моему. Пиздец. Аська. Не кидайте, блять. Кинетику. Делай. Ладно. Ты отводи. Не убегает пламя, не мая. Красота. Ой, я бегу встану. Он его убило, когда упала сфера. Сфера, сфера. Вадикон, Берни его. Морлокос, наверное, не слышал. На тебе касочку сразу. Спасибо. И пулбаку. Ману сам и зарегенишь. Ну, я могу. Когда-нибудь Дима качает его на минус ро? Я не буду его качать, Милики, ты меня побежали, брат. Полезный талант. Ну да, ты сейчас сдох. Ну да, из-за таланта умер, да, вот? 100%. Ну 6%. Возможно, да. Ну, знаешь, Дима, где-то тебе 500 урона. Мертвый, он не дамажит. Сакру дам. Давай, Лёх. Там в ДБМе можно настроить, от скольки стаков оно пиздеть начинает? Да. Вот у меня уже при 6 стаках пиздить начинает, типа ты дурачок. Ты было 6 стаков, все, пиздит. Ой, сокру. Вот.
Луна, луна. Луна, луна. Стоим здесь аккуратненько. Сейчас скину стаки. Вовремя ушел. Ты просто везунчик. Скорее всего, ее любовник. Воронка там аккуратно. Где воронка? Вон валяется. Где воронка? Вон валяется. Срочно. Лутаем ролем. Лутаем воронку. Дайте две, дайте две. Вон там белая спираль крутится, в ней воронка, иди за вот. А лутанем. 25 гп нахуй. Ёбана, поднимайте. Пиздец опять. Гим давно хп. Это хуя стак. А если я вихрь прыгну прям с блинка? Он тебя выплюнет. Ну-ка проверим, давайте. Милики, перебежали. Бля, когда он там сдохнет уже, а? Я нашел для себя назначение, походу. Лёха, готовься. Зачем? Массакру. А я не буду давать. Пойдём. Мы не будем рабами. Но мы... будем... завоевать. Ходить в льду! Опачки, когда ты за ним охотился. Что-то интересное там есть? Сантовский плащ. Эти ботинки на метке. И крутое кольцо. И обоссанное кольцо. А в смысле обоссанное, нормальное кольцо. Обоссанное кольцо. Наверное, шама какого-нибудь. Ну да, цель можно. Знаешь, какого усилия нужно, чтобы его обоссать? Да хватит его 25 человек. Ой, я встану. Аккуратно. Пожалуйста. Так куда вы убегаете? Это я должен говорить. Так я... мобов бить не могу. Я похилить не могу. Ух, сколько у меня уже кристаллов бездны, блять. Вернее, я... Жалко, что знание зла на всех не действует. Кто не действует? А то так моб на тебя сагрился, хуяк. В эфир. Я, кстати, вчера ОДшку продал 750 один к одному. Нихуя себе. Чего? Это как ты умудрился? А, ну нормально,